Депутат Московской областной думы Игорь Каханый проверил новые детские площадки в Малаховке. Будучи членом партии «Единая Россия» и региональным координатором партийного проекта «Городская среда», он регулярно совершает рейды по городам Подмосковья, наблюдая за качеством и сроками работ по благоустройству. Эта детская площадка в Малаховке рассчитана на 2 пятиэтажных дома. Завершили ее реконструкцию еще в сентябре. Говорят, новые горки и качели были необходимы. Тут проживает довольно большое количество молодых семей с детьми. Повсеместно на сегодняшний день идет приемка работ. А это что значит? Это, ну, прежде всего, сроки и качество. Вот. И соответственно, спрашиваю мнение жителей, насколько им понравилось, насколько они довольны, насколько она востребована для детей уже после ее открытия и так дальше. Качество детской площадки депутат решил проверить сам. На его взгляд, с точки зрения безопасности детей, элементы расставлены правильно. Она сделана именно так, как в принципе рекомендуют делать. Да, это прежде всего резиновое покрытие, антитравматическое. Дети не в грязи, не в земле, а именно на резиновом покрытии. Вот. Кроме того, поставили, я понимаю, ровно столько элементов, сколько можно было поставить. Кроме того, даже я вижу и лавочки, место для отдыха родителей. Да. В городском округе Люберцы отметил Игорь Каханый все 69 детских площадок, которые было запланировано благоустроить. На сегодняшний момент уже сданы. И как координатор партийного проекта «Городская среда» от люберчан он получает только положительные отзывы о качестве работ. Яна Яковлева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.